Всем приветик, дорогие друзья, с вами Роджен. И сегодня мы будем продолжать проходить Stronghold 2. Это глава 6. Пришел твой час, Олаф Грозный Клык. Сэр Вильям в отчаянии от таких вестей. Его мучает не столько отнятый титул, сколько недоверие, выказанное ему королю. Я рассказал ему все и как мог постарался смягчить слухи. Не бойся, я не держу на тебя зла. Из твоих слов я понял, что во всем виноват мой брат Паскаль. Я должен остановить его, прежде чем он еще что-нибудь натворит. Нет, сэр Вильям, вам нужно отдохнуть. Ястреб может подождать. Пока вы будете выздоравливать, мы с Мэтью разберемся с предателем Эдвином. У меня есть небольшой замок на границе с его владениями. Мои люди в вашем распоряжении, сэр Стил. Ай, проклятие! Живее размещайте ресурсы и возводите стены! У нас сложности. Эдвин заявил права на большинство владений. Чтобы это графство осталось верным нам, более половины владений должны быть под нашим флагом. Разведчики сообщили, что Олаф уже высадился. Надо напасть на него, прежде чем он успеет закрепиться. Вам нужно построить склад, господин. Постройте амбар, сэр. Ну, перевод, конечно, размещайте ресурсы, Привет, очень рофильный. Лучники. Так. Наши луки спидранерская стратегия по рашу Олафа Грозного Клыка. Сразу говорю, что полностью играть как спидранер у меня не получится, потому что спидранер использует баги. Я же их, соответственно, не использую. Мы пошли. Нам нужно будет как можно быстрее отразвивать хоть что-то. Нам придется в любом случае развиваться, потому что это будет честно, в отличие от спидранерских методов. Но другого выбора у нас особо и нет. Нельзя. Нужно будет разместить хоть что-то для того, чтобы потом у нас не было никаких проблем. То есть мы сейчас делаем хотя бы какую-то себе развитие, потом, чтобы у нас действительно не было проблем. Мы идем. Лучники идут. Отряд инженеров уже в пути. Так, отойти. Я тут чуть-чуть ошибся. Все, не допускать ошибку. Идеальный рандом, просто идеальный катапультный рандом. Нам как раз-таки здесь нужно отработать полностью по конным лучникам, по топорщикам, не знаю, как их правильно называть, метателей топоров. Знаю, что ваша тут довольно-таки нормальное количество всяких разных. Хорошо отработали. По стеночке отработали. Вот это сломать. Здесь сломать людей надо. Давайте каты. Надо хорошо, идеально. Все, мы можем, в принципе, мы зайти. Готовы. Мы готовы, действительно. Идеально просто. Идеальненько все пока что мы выходит. Идем. Так, идем сюда, 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 сюда накидывать, сюда. Пытаться. Все, больше никуда не накидывать. И... отправляем Шаны, господина Олафа к братцам. Давай! Уходим отсюда лучниками, Лучники! Уходим отсюда катапультами. Наша задача основная уже выполнена. И теперь нужно заградить вот здесь вот стеночкой. Там уже какое-то ленивое развитие нам принесло на свои плоды, по идее. Один, дай мне силы! И вот сейчас нам Вперед! Нужно будет чудесным просто образом... Я слышу песни своей валькирии. Так, все, он услышал песни своей валькирии. Меня ожидают чертоги Волгал. Все, накидываемся по полной программе. Ура! Наконец-то мы нанесли первый решительный удар. Ну и продолжаем проходить эту миссию. Так, сокровищница, рынок. Вот теперь нам пригодятся ямы для нечистот, всякие ястребы, всякие посты стражи, всякие снова ястребы, снова ястребы, снова ястребы, ястребы, ястребы везде. Нельзя здесь строить. Яма для нечистот, чтобы у нас не начался, не дай бог, мор. А то крестьяне любят наступать на свои испражнения, так скажем. Враг напал на поместье, это вообще насрать на самом деле. Ничего страшного да, не произойдет. Лорд. Ваша честь, посмотрите на юг. Тут основная Эдвин задача убежать. Чтобы они убежать сделали всю грязную работу. Убежать. Все, и вот теперь... у вас так, недостаточно они золота разбили, для тренировки да, этого отряда. Черт подери, они разбили. Так, ладно, неважно. Крестьянин в принципе, мы чуть-чуть даем сюда, чтобы купить вот тут вот камня, чтобы поставить... Блин, суд не поставлю. Ну, мне нужно изначально не суд поставить, мне нужно изначально поставить
Где она, эта сокровищница? Чёрт, я найти не могу. Сокровищница. В казне никаких изменений. Дать сюда налогов, чтобы все было нормально. Теперь дополнительно доразвивать еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Короче, развиваться нужно будет очень много. В этой миссии нужно будет очень много развиваться. Нельзя здесь строить, мой лорд. И это основа всей миссии. Не развиваемся, у вас отлетаем. Недостаточно золота для тренировки этого отряда. Ваша милость. Так, ну вроде как мы с этими закончили. А эти у нас в пассивной обороне. Все. И как только к нам подходят копейщики, смотрите, что с ними происходит. Они просто отлетают от лучников. В этом весь прикол. Атакует враг. Так, кухонка. У нас суда нет. Нам нужен суд. Крестьянин пошел по дурной дорожке. Да, чтобы вот такого вот не было, чтобы дурных дорожек и всякого вот такого вот не было, нам нужны ресурсы. Для так. Для. Ну как вам сказать? Изничтожения, искоренения такого вот деяния непонятного. Даже не знаю, как точно это можно сказать. Я полную фигню сейчас несу. И неправильную меня сейчас будут обвинять. Ой, русского языка не знаешь, да? Когда играешь, не так легко выражать свои мысли. Когда ты пытаешься реально думать, что тебе поставить, как тебе поставить и зачем тебе поставить. На стены. Ладно, это не важно, я просто оправдываюсь чуть-чуть. Вот, у нас тут графство отвоевали, кстати, в это время. Но ничего страшного в этом нет. Потому что мы сейчас будем также отвоевывать его обратно. Абсолютно так же. Просто у нас тут чуть-чуть дерева маловато. Вот, у нас тут много чего маловато. Много чего маловато, да? Так что мы выставляем себе камень. То есть нам нужны будут бабки. Мы эти бабки будем добывать с любыми вообще абсолютно путями. Начиная, понятное дело, с налогов и заканчивая продажами. То есть нам нужны будут продажи в любом случае. Я думаю, это несложно организовать будет. Так, ну и обязательно, понятное дело, опять посты стражи и все остальное. Кстати, по моим наблюдениям, колодки очень сильно помогают как раз-таки от всяких разных крестьянских разбоев. Чтобы крестьяне не ходили по дурным дорожкам, преступность была... Люди просто боготворят неплохой. Вас, сэр. Нужно еще дополнительно будет ставить и крестьян. Вот таких вот великолепных. То есть нужно будет поставить нельзя как раз таки сейчас строить, очень много колодочек, чтобы крестьян пугать. Что они не должны ни хрена делать. Возможно, я делаю сейчас полную ерунду, но, не знаю, для меня лично это рабочий вариант. И, то есть он всегда работал, у меня не проблем никаких с этим не возникало. Какие будут приказы? Так, все, какие будут приказы? Отлично, нам нужно вот это отвоевать графство. И как мы это будем делать, я не представляю пока что. У нас воинов особо нет, нифига особо нет. Нужны деньги, денег тоже особо нет. Так, приходит камень у нас потихонечку, наконец-то начал приходить. Можем скоро сделать на максимум. Смотрим, что у нас здесь нормально камня добывается. Здесь все хорошо. Теперь делаем только мастерские стрельника. То есть нам сейчас нужно развивать себе производство лучников. Захватывать я буду два графства. Это графство рядом с нами и, соответственно, графство вот здесь, рядом с замком Эдвина. Я не помню, как его, Эдвин Ван Клифф или неважно, в общем, как его. Короче, есть смысл, что мы с вот этим вот графством отсюда будем посылать сюда ресурсы. И если мы сейчас очень хорошо разовьемся, то шансы на победу у нас довольно большие. То есть, как бы... Это сложная стратегия, она тоже не с первого раза получается, но в этом есть свой смысл. Есть свой смысл именно порисковать. Мы готовы! Смотрите. Давайте я, наверное, всех лучников сниму. Давайте будем уже принимать их пешими войсками. Только прикол в том, что две катапульты мы сохраняем. Нам понадобится целых 4 катапульты. Вообще, я, наверное, даже не буду эти 4 катапульты. Это слишком жестко. 4 катапульты, это... Ну, я не знаю для кого. Может, для меня это и не слишком жестко, но что-то кажется все равно многовато. Давайте не будем мы эти 4 катапульты. Я что-то так подумал. Не стоит 4 катапульты. Они того не стоят. Пикадел. Да пусть будет пикадел, раз уже поставим. Может, где-то плюс-минус что-то будет хорошенькое. Так, все, лучники пришли сюда. На изготовку! Этих парней нужно обрезать. Наши войска атакуют враг.
Все, парни обрезали, захватываем. Наша. Так, пора. И вот теперь ставим лучников сюда. Ребята. Возчик. Так, ну мы здесь чуть-чуть разовьемся, буквально понемножечку. Нельзя так, чисто здесь чтобы. Строить, мой лорд. Чисто чтобы нельзя было развитие. Здесь и все. Мой лорд. Чисто киданем немножечко. Так, давай вышку с соколом. Яма для нечистот, пост стражи. Не знаю, нужны ли тут палачи. Чуть-чуть колодок киданем. Нельзя здесь строить. Сильно не будем лорд. Кидать, потому что ну, нет смысла сильно. Мы идем! Так, и дополнительно установим точку сбора здесь и будем нанимать крестьян. Не хватает оружия, сэр. Солдаты! Переразнимать. Смирно! Так, я попробую с двумя катапультами в этот раз пройти. Все, нам больше вообще, в принципе, ничего не угрожает. Нам просто плевать. У нас есть вариант продавать камень, продавать дерево, ну, ждать луков, понятное дело, нанимать лучников. Вот это вот все дело. Не хватает оружия. Сэр. Чем быстрее мы будем нанимать лучников, тем лучше. Чем больше мы наймем лучников, тем также будет лучше. Это логично. Так, у нас здесь не производится больше еды. Чем нельзя больше еды, строить, наверное, знаете, тем больше чести. Так что надо бы нельзя чуть-чуть оформить производство другого типа провизии. Нельзя здесь строить, мой лорд. Совсем немножечко. Не хватает оружия, так, сэр. Так, я вот не знаю, можно ли где-то здесь осторожненько так тоже подразместить. Раз, два. Чуть-чуть попроизводим еще другой тип провизии. Нам же другие типы провизии все-таки нужны. Так что будем производить, пытаться. Может быть, это как-то чудесным образом и поможет хоть чуть-чуть чести донакопить. Не хватает. Так, а кухонка нам дает чести вообще? Я что-то просто нет, не понимаю. Кухонка нам чести дает? Кухонка. Покажи, ты нам даешь чести? Три гостя под гусей. Ну, можно. Не хватает оружия, сэр. Так, ну, здесь мы только сейчас добываем денежки. Выкачиваем прям по максимуму. Золото льется в казну рекой. Все, что есть, все выкачиваем. Выкачиваем абсолютно все. Потому что в этом есть смысл. Не хватает смысл. Оружия, сэр. Так, смотрим как раз еще сколько всего у нас. Ну так. Вот, мой лорд. Теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются. Да, это неплохо, что они меня уважают. Это очень неплохо. Крестьянин пошел по дурной чуть-чуть дорожке. Кидану сыра, посмотрим, сколько будет тогда чести выдаваться. 4 идеально. Слушай, а может, наверное, 4 стоит оставить? Не хватает оружия, как-никак 4. Это 2 лучника в месяц. В принципе, неплохо. А так как я буду все равно сейчас еще да, лишний раз здесь мы захватывать. Ну, кстати, здесь захватывать надо. Вот, мы оставим с этой стороны все войска, но здесь мы захватим и будем развивать. Наши войска атакуют враг. Хорошо. Меняем и здесь мы ставим на болото, потому что будет сыпаться бревна. Ну, сейчас вы все увидите. В общем, сами, кстати, прикольная лошадочка пошла. Смотрите, что происходит, если я ставлю лучников на болото. У-ля-ля! Круто, круто. Так, ну и теперь поехали развиваться. Конечно, мне это не особо нравится. Но система очень классная в Стронгхолде. Ну, типа, подумайте сами. Система в этом Стронгхолде реально крутая. То есть у вас есть лишняя территория. У вас есть ограничения по территории по развитию. То есть вы не имеете права ставить везде вообще абсолютно все. И это грамотно сделано. И то есть вам нужно для того, чтобы более-менее нормально и играбельно вам было... поставить, ну, скажем, в общем, отвоевать графство и поставить там много-много всего. Но это даже, наверное, не графство, а это, наверное, деревня называется. Не хватает рекрутов, сэр. Вот, в которой вы можете замок ставить. В скобочках нет, вы не можете замок никакой здесь ставить, потому что он здесь не ставится. И ее также надо развивать, как и обычный-то замок. То есть за ним следить надо, то всякие там ястребы, там вот это вот все. Крысы, чтобы не появлялись, чтобы не появлялось... всяких парней, которые грабят, чтобы лишней проблемы не было. Я вот не знаю, правда, может, я сейчас полную ерунду говорю или делаю, но, сами понимаете, не очень я профессионал в этот Стронгхолд, вот. Но, в принципе, если что, могу что-то. И это могу что-то, конечно, немного. Так, нам надо сейчас очень много поставить будет кожевенок, потому что я хочу развивать, начинать кожевенком. Нельзя всё, здесь строить, мой лорд.
Не хватает уважения, мой лорд. Все, уважения не хватает. Оружия, не хватает уважения. Соответственно, сейчас нам нужно будет перевозить ресурсы сюда. То есть я поставлю у себя возчика в основном замке и буду перевозить сюда ресурсы. Ну а здесь я просто сделаю маленькое такое производство луков. И, соответственно, после этого поставлю молочки. Да, это, в принципе, будет очень сложно реализовать. Все по полной программе, потому как, блин, неправильно поставил. Да, я неправильно поставил вот эту вот. Все это будет очень сложно реализовать, потому что нам нужно будет, в принципе, очень много всего. Нам нужно будет очень много арбалетчиков, нам нужно будет очень много... Земля, в общем, всякого ровная, разного нам нужно строить. Будет очень много. Я даже не могу вам просто сказать, насколько много всякого разного нам нужно будет. Но сейчас на данный момент у нас есть две катапульты. Как только здесь упадут бревна следующие, мы можем этими двумя катапультами что-то поделать. Наши лучников мы готовы. Потратим довольно-таки много. То есть мы можем пойти всеми лучниками. Недостаточно уважения. Но лучников у нас будет потрачено не прям ух. Уважения, ух прям. То есть мы можем сейчас, например, попробовать сделать, скажем, минус камень весь. У нас будут деньги, да? Здесь посмотреть, сколько у нас еды. Еды у нас ни хрена. Еду превращаем в честь. Пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Ну, соответственно, делаем вот так. Тут у нас... Популярность люди понижаться начала. Вас, то есть, соответственно, мне нужно казни чуть-чуть понижать налоги. Соответственно. Вот. Вас недостаточно уважают, мой лорд. А по-другому никак. Не хватает оружия, сэр. Ну и нанимать хоть какие-то войска. Не хватает рекрутов. В любом сэр. Случае они нам пригодятся абсолютно все. Мы так, тут, насколько я понимаю, бревна упали. Давайте попробуем чуть-чуть замок этот открыть. Отправляемся. Все, мы сейчас уничтожаем бревна. Нам здесь нифига не нужно. Мы пошли. Вот. Все, что мы здесь идем. Есть, вот эта вот стена, которую я уничтожаю, и все внешние здания. Замок говно абсолютное. Замок никчемен, бесполезен, бездарен. Не знаю, как это правильно назвать. Нам нужно просто его взять, открыть, не уничтожить амбар нечаянно. Потому что я не хочу быть с уничтоженным амбаром. Еще лишнее дерево. Разместить амбар сэр будет. А потом сервы насрали мне в шляпу. Отряд инженеров уже в пути. Так, все, инженеры все сделали. Ой. Вот эти парни как раз-таки будут нашим основным источником, я не знаю чего, но будут источником. Не хватает уважения, мой лорд. Так, крестьян тоже сюда. И вот теперь как раз-таки денег у нас немного. Дерева у нас немного. Но мы ставим возчиков. И сейчас будет мемный момент. Я хотел сказать мема. Мемный момент. Смотрите. Сэр, вы еще не пользовались услугами возчика? Давайте, Давайте я объясню, как отправлять товары. Сначала выберите нужные товары. Это можно сделать с помощью значка слева. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Выберите пункт назначения. Товар уже в пути, мой лорд. Вот так, товары уже в пути, выберите, мой лорд. Все очень просто оказалось. Так, свинки нам не нужны, Пепе. Выберите нам надо количество товаров. Яблочки. Яблочки, кстати, здесь надо посмотреть. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд. В принципе, нормально, я экономненько разместился. Здесь надо выберите просто чуть-чуть товар. Ресурсов кидануть в эту деру. Товары уже в пути, мой лорд. Все. Не хватает оружия, сэр. И долго не сидеть, потому что если мы будем долго сидеть, у нас начнутся, в конце концов, проблемисы. Можно еще чуть-чуть отсидеться для того, чтобы, ну, чисто потом с арбалетчиками разобраться быстро. Нам нужно здесь нормально войско накопить, чтобы у нас хоть что-то было. Так как на нас будут нападать потом рыцари, и рыцари это очень неприятные людишки. Недостаточно уважения, мой лорд. Поехали. Лучники идут. Я не уверен, что это, конечно, куда правильно. Целиться, сэр? То, что я мы делаю. Готовы. Ну... Натянуть я тетиву. Надеюсь, что я делаю правильно. За тебя, скажем господин. Так. Мои верные лучники. Лучники, вперед! Сейчас тут будет очень много всяких заставок, всего остального интересного. Мы продаем сразу же абсолютно все.
Нам больше ничего не понадобится вообще в этой игре. Смотрим, что у нас тут есть. Так, услуги возчика. Вас недостаточно уважают, мой лорд. Значит, возчик. Выберите товар. Сейчас повезет. Выберите количество товара. Двадцатку вози сюда. Товар уже в пути, мой лорд. Все, здесь мы более-менее разобрались. И вот теперь нам нужно встать сюда. Мы готовы. И уже разбираться здесь. На изготовку. То есть мы убиваем быстренько Эдвина. Остановите их. Не дайте им пройти дальше. И Эдвин будет молить о пощаде. Да, сэр. Наши луки готовы. Только покажите нам цель. Не, куда целиться, не крестьян, ты расстреливай. Не крестьян, не надо крестьян расстреливать. Нет, не убивайте меня, пожалуйста, я сдаюсь. Стой, лучники, стой, уходят сюда. Все. Ты жалок, Эдвин. Спрашивается, что мне мешает вздернуть тебя на твоей же виселице? Я знаю, что замышляет лорд Барклай. Он хочет занять престол. Ну да, как же. Вздерните его. Нет, подождите. Он хочет захватить епископа, чтобы тот подтвердил его право на престол. Умоляю, ваша светлость, оставьте мне жизнь. Думаю, это будет наш главный замок. Его очень легко оборонять. Согласен. Болото замедлит продвижение врагов так же, как это было с нами. Преступность очень высока, господин. Правление Эдвина плохо повлияло на людей. Они не скоро забудут его жестокость. Я привел подкрепление. Зачем, Уильям? Сэр Грей дал нам достаточно войск, и нам ничего не угрожает. Это бабушка надвое сказала. Судя по тому, что мне докладывали разведчики, леди Сирена, мой брат Паскаль и лорд Барклай направляются сюда с войсками. Каждый из них и в одиночку может захватить эту землю. А вместе они примерно втрое сильнее нас. Тогда все ясно. У нас нет шансов. Надо отступать. Нет. Сколько можно отступать? Мы будем сражаться до последнего. Ты намекаешь, что я трус? Я просто не хочу впустую жертвовать своими людьми. Общий сбор. Мы отступаем. Сэр Грей? Мне жаль, Мэтью. На этом поле пролилось слишком много крови. Бравый Уильям, львиное сердце. Все летит к чертям. Отвага сэра Уильяма превратилась в безрассудство, а я готов следовать за ним на верную смерть. Но выбора у меня нет. Пусть уходят. У нас мало времени. Надо заново отстроить замок Эдвина и разместить войска. Их войско в три раза больше нашего. Это значительный перевес. Думаешь, у нас есть шанс? Теперь, когда сэр Грей нас оставил в шестой раз, ну не падай духом, Мэтью. Так, ну я тут чуть-чуть на воду перевелся, в общем, неважно. Так, теперь, вот как раз-таки теперь, у нас сейчас будут огромные проблемы в этом замке, и нам нужно поудалять абсолютно все. Нам к черту этот замок вообще не нужен. Тут все надо поудалять. Вообще все, что есть в этом замке, все нужно поудалять. Абсолютно. Этот замок бесполезен максимально. Мы его пытаемся восстановить. Поэтому мы сейчас берем и отправляем товары, которые имеются. Товар уже в пути, мой лорд. И надо построить очень много возчиков для того, чтобы как раз-таки эти возчики и работали. Потому что другого выбора у нас особо нет. Поехали. Возчики должны отправлять очень много товаров здесь. Нельзя здесь строить, как только враг будет атаковать, я хотя бы не хочу проспать этот момент. Выберите количество товаров. Выберите товары. Товары уже в пути, мой лорд. Да какой камень, что ты отправляешь? Какая нефть, какой камень, что вы отправляете? Черт подери. Возчики, алло. Наши войска. И вот оно, вот оно, вот оно, вот они, вот они. Пришли. Я не успел вовремя среагировать. Ой, и сейчас будет пора. У нас не очень приятное ощущение. Потому как нас будет нормальненько нарезать. И нам нужно хотя бы сбить хоть чуть-чуть, хоть чего-то. Попробуй помочь нашим лучникам. Ну не убить их. Мы идем. Идем на место. Ну уж лучше люди так. Приходят. Я восстановлюсь-то потом, это не страшно. Выступаем.
Мы выходим. Все, люди в замок приходят, это хорошо. То есть нам нужно чуть-чуть сейчас построить будет хижину. Земля слишком неровная, чтобы на ней строить. Понятное дело, сразу быстренько оформить себе здесь. Я забыл, где она находится. Суд. Нельзя здесь строить. Суд подъезжает. Наши войска атакуют враг. Гильдия палачей. После этого чуть-чуть нельзя колодок. Опять атакует враг. Это неприятно. Нельзя вот он, кстати, парень подъехал слишком сюда. Близко от врага. Тут все очень плохо. Все очень и очень плохо. Мои верные, кстати, вот лучники. Они. Чувачки. Ваша популярность. Нужно его слить, чтобы у нас все шло по в замок. Местам, ребята. Потому что в замке должно быть хотя бы что-то. И этого... Чего-то должно быть не много. Не хватает оружия, сэр. Все. Если поставки налажены, все будет намного теперь проще. Просто выберите, нужно играть. Количество товара. Нужно играть сейчас. Сейчас нужно играть. Сейчас нужно постараться, во-первых, избавиться вот от этих всех пареньков. Во-вторых, нужно сейчас поставить очень много хижин. Потому нельзя что опять хижин нету. Хижины мой. Все были уничтожены. И как бы... То на то и приходится, что с рыцарями очень тяжело воевать. Выберите товары. Наши войска атакуют враг. Так, и мы выберите должны постепенно развозить. Выберите товары. Товар свои товары. Пути, мой лорд. Укажите чистоту. Не какой-то отправ... хлам, который там выберите постоянно товары. Возится, а нормальные товар товары. Уже в пути, мой лорд. Все. Здесь у нас очень много камня, который нам, в принципе, не нужен. Амбар, видите, сэр. Преступность у нас более-менее там развита. Тут все развито, наши все, что только угодно. Уверенно растут, мой лорд. Кроме того, чего действительно надо, все развито. И мы вот сейчас вот делаем очень много арбалетчиков. Я молюсь, чтобы мы отбились наши от этой атаки более-менее нормально. Петь. Мы вроде мы как пошли. Отбились от этой атаки даже. Более-менее нормально. У нас коров... Не очень много, у нас все теперь очень плохо стало. Я восстанавливаю. Взять что-то. Арбалеты, щенки! Живо! Так, арбалетчики, а ну, лучники. Живо! Арбалетчики есть, сюда. Быстрее! Так, и давайте мы переставим флажки арбалетчиков. Не хватает. Наша задача отбиваться более-менее без потерь. Отбиваемся более-менее без не потерь, у нас есть шансы. Сэр. Не отбиваемся без потерь, ну как бы шансов выберите у нас очень товар. Мало. Нам нужно... Товар уже стараться делать хоть что-то. Так, смотреть еще дополнительно, что у нас тут есть. Яблочки более-менее приходят. Это все нормально. Так, там где-то у нас, по-моему, были... Преступники обворовывают наш амбар, пять, сэр. Преступники. Да вы достали, ребят. Вот, честное слово, со своей преступностью много это напрягает. Земля слишком это тут неровная, и так, в принципе, чтобы ну, на ней строить. Тяжеловато. Что-либо делать, так еще и преступники обворовывают амбар, туда и сюда, вот это все. Очень неприятная деятельность. Не хватает рекрутов, сэр. Вот они пришли, хотя бы что-то крестьяне должны сделать, они хоть чуть-чуть подзатормозили. Хоть чуть-чуть, этого уже достаточно. Все, если сейчас разбираемся с потерями, ну, хотя бы 50%, это более-менее, потому что по экономике мы не теряем ничего. Великолепно. Лучники идут вперед, арбалетчики становятся сюда. Все, все, а это, походу, пройденное. Теперь просто нужно грамотно отыгрывать. Грамотно, грамотно и осторожно. Чем мы можем помочь? Катапульты чуть назад отводим, чтобы у нас проблем не было. Поехали, лучники, вперед. Опять на нас напали. Не хватает ничего страшного рекрутов, не происходит. Это нормально, что на нас так сильно нападают и так много. Тут проблема в другом. Проблема в том, не хватит ли рекрутов, нам броник, сэр. Хватит ли нам луков, хватит ли нам арбалетов для того, чтобы все это дело восстановить. Не хватает так, рекрутов, лучники сэр. Идут у нас вперед, арбалетчики идут у нас назад. Не хватает рекрутов, сэр. Все. Инженеры к вашим услугам. И наша задача надеяться теперь только укажите на... Укажите частоту отправки. Ага, частота отправки. Выберите количество товара. Все, теперь просто возим выберите кожаные броньки, товар. Которые нам, в принципе, товар особо ничего пути, и не лорд. Сделают. Так, переставить это, как вы видите, мы на арбалеты не можем, поэтому я даже пытаться не буду. Просто буду закупать арбалеты. Другого выбора у меня особо не хватает нет. Рекрутов, сэр. Дают что-то отвезти, вожу. Не дают что-то отвезти, не вожу. Выбора другого у меня особо и нет. Наши войска атакуют враг. Это плохо. Это плохо, но при этом у меня лучники танкуют.
У меня танкуют лучники. Мы готовы! То есть у меня арбалетчиков постоянно прибывает количество. Лучники танкуют. Это идеальный расклад. Идеально. Лучники, на изготовку! Потому что сейчас нас атаканули, у нас ничего не разрушили. Пошли. Наконец-то у меня ничего не разрушили. Я могу спокойно просто взять и сейчас снова нанять лучников себе. Не хватает рекрутов. Лучники танкуют, арбалетчики расстреливают. Арбалетчиков должно быть много. Арбалетчиков должно быть чуть ли тут не миллиард. Ну, понятное дело... В адекватных цифрах надо оценивать, а не вот таких, как я. Золото для тренировки этого чуть-чуть отряда. Продать броник. Не хватает рекрутов, сэр. Еще немножечко броник продать. Чуть-чуть луков продать. Все, у нас более-менее по деньгам. Выберите. Все хорошо. На нас товары снова напали. Пути, мой лорд. Так, и теперь... Выберите количество товаров. Партии подъехали. Так, тут у нас еще есть всякие разные тоже товары, отправка, которые особо будет не нужны. Отправка будет отменена, мой лорд. Дерево, дерево. Зачем отправка мне дерево, я не знаю. Отменена, ну, давайте, ладно, раз уж что-то все-таки мне отправляется, то пусть отправляется. Я, в принципе, не против. И нанимаем арбалетчиков. Не опять же. Рекрутов, то есть мы здесь играем чисто в арбалетчиков. Мы развили графство рекрутов, вот это вот для того, чтобы она нам приносила супер много всего. Развили за счет ресурсов вот этого замка, потому что ресурсы этого замка, как вы понимаете... Ну, короче, этот замок говно. Вот, здесь у нас как раз-таки тоже вроде что-то есть. Вроде бы что-то к нам даже приходит, но слабенько. Товаров. Товар уже в пути. Поэтому это слабенько нужно компенсировать. Не хватает оружия. С помощью графства, которое у нас имеется прям рядышком. Ну, закупая, понятное дело, арбалеты. Не хватает рекрутов, сэр. Нанимая арбалетчиков, причем в огромных количествах нанимая арбалетчиков. И скоро у нас даже будет атака, и, скорее всего, таким количеством арбалетчиков мы легко справимся. Очень легко справимся. Тут у нас еще дополнительно есть две катапульты, которые должны, если что, уничтожать абсолютно все. Там уже будет плевать. Сейчас мы просто произвелись, и нам нужно было как раз-таки отработать здесь. Лучники танкуют, как я и говорил. Рыцари умирают. Да, именно умирают. Я бы хотел бы сказать другое слово, но... Здесь оно немного неуместно. Это же Стронгхолд как-никак. Как сказать, отвага. Не хватает рекрутов, сэр. Но это прекрасно, что они умирают. То есть у нас... Не хватает рекрутов, вообще сэр. Все идеально. Я хочу посмотреть по еде. Еду мы можем даже чуть-чуть сбыть. Мы можем вообще все позбывать. Нам больше ничего не надо. Все вообще в этой игре. Все сбыть можем. Нам нужны только арбалетчики и лучники. Сэр. Больше ничего. Это все имбовые войска. И здесь выберите мы, соответственно, товар. Ждем. Только ждем чего. Что у нас еще есть? Выберите, а что, яблочки не ходят? Количество товаров. Так давай тогда яблочки выберите будем возить, товар. Раз такое дело. Товар уже в пути, мой лорд. Выберите так, даже с одним графством легче оказалось проходить, чем с двумя. Выберите, потому что второе мы товар. Тоже тратим время, ну, примерно минут 5-10 выберите на развитие. Товар. И как бы товар уже в пути, нам мой это лорд. Развитие очень выберите сильно может количество товаров. Подсломать абсолютно все, что есть. Не хватает оружия, сэр. Так, не хватает оружия, это плохо. Давайте, значит, это оружие затарим. Не хватает оружия, сэр. И киданем еще разочек. Так, ну, мы идем от обратного. Рекрутов, мы не производим арбалеты, мы не производим кожаные рекрутов, броньки. Сэр. И только после этого нанимаем арбалетчиков. Но арбалетчиков у нас 176. А теперь смотрите, здесь что происходит лорд с войсками Барклай, господина лорда Барклая. Их там порядочно, сэр. Они умирают без шансов. Без каких бы то ни было шансов. Я продолжаю наниматься, не пока не поздно. Оружия, сэр. Тут сейчас всякие заставки будут. Поэтому я, пока есть возможность, нанимаю. Не хватает оружия, сэр. У вас недостаточно золота для тренировки этого отряда. Дверо, ты опоздал. Я столкнулся с Греем. Он завязал сражение, чтобы задержать меня. Где леди Сирена? Кстати, текст. Забудь о Сирене. Текстурки. Мы начнем без нее. Стройся! По моей команде! Требюше? Подождите, я уже здесь. Сирена, мы заждались. Скорее! Давайте уже, наконец, покончим с ними. Постойте, дайте мне с ними поговорить. Что? Может, я смогу уговорить их сдаться, чтобы избежать ненужных жертв?
Они согласятся на любые условия, ведь мы втрое сильнее их. Я же говорил, что женщине не место на поле боя. Хочешь рисковать — твое дело. Если переговоры ничего не дадут, начнем осаду. Отсылка на Stronghold 1. Уберите от меня эту ведьму! Успокойся, Эдвин. Леди Сирена, ты желаешь сдаться? Что? Я на твоей стороне, глупец. Послушай. Смотрите, она подает сигнал. Белый флаг. Это значит, что они сдаются? Ну и поехали. Нас готово абсолютно все. Мы готовы принимать абсолютно всех. Плюс войска, которые появились. Ее войска, Леди Сирены, уничтожают абсолютно все, что есть. И мы, в принципе... Победа за нами! Так, по-твоему, я ведьма, Вилли? Прошу. Сирена, пожалуйста. Мы не одни. Что ж, сэр Вильям, я должна попрощаться. Король ожидает моего возвращения. Король? Отведи меня к нему. Все не так просто, Вильям. Он считает себя предателем, и у него есть на то основание. Ты оставил королевскую службу, напал на один из моих замков и освободил врага короны. Странные поступки для доблестного рыцаря. Но ты-то веришь, что я не предатель? Конечно, Вильям, я никогда так не думала. Вы оба должны пойти со мной. Мы попробуем убедить короля в твоей верности. Теперь, когда мы нашли короля, передо мной встал трудный выбор. Вильям и Сирена собрались в дорогу, и в это же время лорд Барклай пришел вести переговоры. Я должен решить, какой путь выберу. Давай, Мэтью, чего ты ждешь? Людям нужны такие правители, как мы, Мэтью. Люди, которые не боятся принимать неприятные решения, если они необходимы. Вместе мы сможем поднять эту страну с колен. Поднять с колен? Ты проложил себе путь огнем и мечом. Под твоей властью люди не будут знать ничего, кроме нищеты. Должен ли я последовать зову сердца и сохранить верность другу, или стоит объединиться с Барклаем и попытаться захватить престол? Ну и на этом миссия заканчивается, а вот какой путь мы выберем, узнаете в следующем выпуске. Спасибо за просмотр, дорогой друг. С тобой был Роджен. Надеюсь, что это было довольно-таки не занудно. Я пытался какой-то экшен все равно вводить и пройти это побыстрее, скажем так, на скиллушечку. Ну и до встречи. До следующего выпуска.